Управление Федеральной антимонопольной службы Бычуваши подвело итоги работы за первое полугодие. На особом контроле ведомства закупки в сфере национальных проектов. С начала года поступило 18 жалоб. 11 из них признали обоснованными. Наибольшее количество, конечно, жалоб обоснованных было по масс-проекту «Жилье». Если говорить о сути этих нарушений, то основной, конечно, это неправильное или обоснование используемых товаров, материалов в ходе строительства с нарушением требований законодательства, с применением устаревших ГОСТов. Устаревшими ГОСТами при выставлении пакета документов на аукционы пользовались многие заказчики. Особое внимание антимонопольная служба уделила закупкам комплексов фото- и видеофиксации по НАС-проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Здесь оказалось больше всего жалоб. Были выявлены нарушения несоответствия характеристик автоматизированных комплексов требованиям ГОСТа к этим комплексам. Необходимо было также в документацию указать информацию о том программном обеспечении, которым пользуются ГИБДД и Чувашупрдор, для того, чтобы можно было с ними совместить или подключить к этим системам. Чувашский УФАС проводит внеплановые проверки. В июле таких было 5. Без нарушений не обошлось. С начала года поступило 306 заявлений. Ведомство выписало 28 предупреждений и возбудило 31 дело. Татьяна Лёзева, Маргарита Мельникова, Павел Рядков, Республика.